Касым-Жомарт Токаев призвал все страны объединить усилия и в борьбе с изменением климата. Об этом глава государства заявил во время выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Эта проблема, по мнению президента, сегодня особенно актуальна для всего мира и несет в себе значительные экономические, социальные и экологические последствия. Поэтому Казахстан готов объединиться с мировым сообществом ради глобальной безопасности. Ухудшение состояния окружающей среды стало одним из самых дестабилизирующих факторов в мире. Воздействие изменения климата в Центральной Азии, в частности, приведет к драматическим экзистенциальным проблемам, таким как опустынивание, таяние ледников и последующее истощение питьевой и ирригационной воды. В этой сложной обстановке Казахстан твердо проводит политику всеохватывающего и устойчивого развития, всестороннего диалога и мирных усилий.